Здравствуйте, уважаемые друзья и участники нашего клуба. Сегодня хочу представить вам обзор основного боевого танка Британии Challenger от фирмы Tamiya в 35-м масштабе. Британский основной боевой танк был разработан во второй половине 70-х годов на основе Shire 2 экспортного варианта танка Chieftain. Серийно производился с 83 по 90 год. Всего было выпущено 420 единиц. Танки этого типа использовались британскими войсками во время войны в Персидском заливе. К концу 90-х годов был заменен в британской армии танками Challenger 2. Приступим к обзору. Открываем коробку. Сразу первое, что мы видим, это инструкция. Все литники, как всегда, вот там и упакованы в пакетике. Так, отложим. Инструкция на английском и японском языках. Фирма у нас японская. Инструкция, как всегда, у них подробная. Первое берем, это у нас нижняя часть корпуса. Следы толкателей находятся внутри. Небольшой пенек. Так, облоя нету. Берем следующий. Так, это у нас катки. Так, тут у нас трос, он пластиковый. Так что можно будет либо самим сплести, либо использовать такой. На катках есть небольшой облой. Так, чтобы не было видно. Так, тут внутри, снаружи все чисто. Следы толкателей находятся, получается, внутри будут катка. Следующий. Ну, точность также. Небольшой облой. Следы толкателей. Так, все хорошо. И также трос пластиковый. Следующий пакетик. То у нас тут находится декаль. И верхняя часть корпуса и башня. Также здесь у нас получается есть один танкист. Вот, но сразу скажу, детализация у них мне очень не нравится. Вообще стык пресс-форм очень выделен прямо. Не знаю, но они видно на танк основной упор делают. Следы толкателей находятся внутри. Тут все чистенько и хорошо. Так. Следующий литник. Ну, я его уже предварительно осмотрел. Тут все чисто, вообще абсолютно, даже на самых тоненьких и мелких деталях. Хочу обратить внимание, что ствол, он распилен напополам. Далее у нас еще один танкист. Тут у нас также есть танкист, и опять также у него детализация. Мне очень нравится, стык пресс-форм очень выделен. На нем есть и облой, и все. Ну и на руках тоже есть.
Так, на деталях танка все чисто. Стыки. Ну, видно вот тут сильно прямо. Так, следы толкателей находятся внутри. Далее. Далее у нас вот такой вот интересный пакетик. Тут у нас находится сетка. Такая. Потом у нас вот есть вот такая вот с прозрачным, наверное, стекла какие-то будут. Так. И есть у нас вот такие вот болтики с гаечками. Я посмотрел по инструкции. Это один из них предназначен для того, чтобы дуло танка, оно было подвижное по вертикали. Так, и гусеница. Ну, она, как всегда, кутами винила. Что хочу сказать об этом наборе. Он очень мне понравился. Облоя практически нет. Количество деталей нормально. То есть инструкция достаточно подробная. Хороший набор. Спасибо за внимание. Ожидайте следующих обзоров.